Ты отыскал Ярада? Нет, пока. Тогда чего ты медлишь? Какая неожиданность. Да. Я могу поговорить с Ярадом? Он наверху. Я бы проводила вас, но боюсь. Я слишком устала. Похоже, от тебя так просто не отделаться. Почему ты... Скажи одно, как ты меня нашел? Командир Валарин, он... Подлец. Я так и знал, что он мерзавец, но... Спокойно. Валарин просто попросил меня убедиться в том, что тебя не убили. Кого? Меня? Меня? Что ж, можешь ему сказать, что я завязал. Этот мерзавец... вынудил меня задавать ненужные вопросы. Скажи ему, если он хочет поймать миража, пусть начинает вышибать двери. Миража? О боги! Он ко мне туриста прислал. Мираж возглавляет одну из крупнейших преступных группировок в городе. Мы, то есть они, вовлечены практически во все. То есть? То есть меня могут убить только в одном случае. Если застукают в компании полоумного придурка вроде тебя. Боги великие, да у тебя на лбу написано, что ты из стражи. Ты боишься? Слушай, я, конечно, не образцовый гражданин, но я подписался на это не ради приключений. Тогда зачем? Ради денег? Моя мать больна. Неподалеку отсюда находится имперский рудник. Там добывают кристаллы вериты. Для тех, кто вынужден работать на руднике, эти кристаллы представляют смертельную опасность. Единственное лекарство делается из самих кристаллов. Я и сам не понимаю, как оно действует. Имперцы полностью контролируют процесс добычи. А Мираж контролирует черный рынок. Поэтому большинству людей приходится либо искать другие пути,
либо просить его об одолжении. Валарин помогает мне, а я буду помогать тебе. Можно ли как-то достать лекарство в обход миража? В западной части Чизнадара находится имперское хранилище. Обычно там нанимают стражи для надзора за рудниками. Ты получишь свое лекарство. Главный вход ведет на первый этаж, но там полно охраны. Есть и другой способ проникнуть в здание. На втором этаже находится аварийный выход. Мне кажется, даже стражам о нем неизвестно. Не знаю, что там о тебе думает Валарин, но от души желаю тебе удачи. Как называется болезнь твоей матери? Красная смерть. Обычно ею страдают рудокопы. Все начинается с кашля, потом больной начинает кашлять кровью, и с каждым днем ему становится хуже и хуже. Твоя мать работала на рудниках? Как и все. Если нет собственного дела, не умеешь торговать или потеряешь мужа, у тебя просто нет другого выхода. Ни одного варианта. Как можно достать лекарство? Никак. Разве что стать стражем или начать работать на миража. Верита – самый ценный минерал во всем Анталоре. И каждый кристалл является собственностью Империи. Говорят, в Хатмандоре есть люди, выступающие против Императора. Кажется, у тебя обширные связи. А мне кажется, что ты возомнил, будто можешь расспрашивать об этом первого встречного на улице без боязни, что тебя прикончат на месте. Короче, с Валарином об этом не стоит даже и разговаривать. Он несколько месяцев ведет охоту на капитана. Капитана? Так прозвали лидера сопротивления. Поговаривают, что он и его люди разбили лагерь где-то в горах. Если тебе и правда нужно об этом узнать, поговори с Базелем. Он хозяин заведения на Веселе в Хатмандоре. Думаешь, он мне поможет? Ну, если тебе удастся отвлечь его от рассказывания дурацких страшилок туристам, у всего, даже у доверия, в Хатмандоре есть своя цена. Скоро ты и сам об этом узнаешь. Не сомневаюсь. Что я еще должен узнать об имперском хранилище? Туда лучше идти, когда стемнеет. Меньше свидетелей. И помни, если тебя поймают, мы друг с другом не знакомы. Разумеется. Скоро увидимся. Удачи. Проклятье. Может, в другой раз. Что тут у нас? Что делаешь? И хоп! А!
Это что такое? Ага. Ублюдок. И хоп. Ах ты, ублюдок! Ух ты! Проклятие.
зараза. Проклятье. Ах ты, ублюдок! Это ты! Оно у тебя! Вот оно. Надеюсь, этого хватит. Этого больше, чем достаточно. Тогда и в ответ я жду того же. Бородатый Ольг был работорговцем, но мне точно известно, что он состоял у нас на службе. Так что были другие жертвы. Тебе не кажется, что Мираж к этому причастен? Нет. Мираж душегуб, но все его дело оказалось под угрозой. Он расставил своих людей на каждом углу, чтобы защитить своих верных соратников. Кто-то пытается его свергнуть. Но единственный сумасшедший среди моих знакомцев, который бы мог предпринять нечто подобное, это ты. Спасибо. Позаботься о своей маме. Непременно. А когда увидишь Валарина, скажи ему, что я завязал. Все, что нужно. Какая грубость. Заходи прямо сейчас. Это мне и нужен. Прошу прощения. Ну, не то чтобы именно ты, но кто-то вроде тебя. Широкоплечий, с непроницаемым взором и вооруженный до зубов. Я ищу человека действия, бесстрашного человека. Человека, который... Давай к делу. Богатство и слава. Просто и понятно. Ты ли тот, кто мне нужен? Я слушаю.
Каждый день мне рассказывают о том, как люди просят идеальных незнакомцев решить самые невероятные проблемы. Но разве им хватает мастерства? Ничуть не бывало. Люди устали от правил гильдий. А теперь, когда гильдия магов лишилась силы, а братство вышло из игры, людям нужен результат. Я затеял новое дело. О наемниках любой дурак знает. Скольких наемников ты знаешь? И кто из них до сих пор жив? Моя работа — найти их. Людей вроде тебя. Я нахожу работу и сообщаю о ней на этой доске. Я ищу, ты выбираешь. А когда ты выполнишь работу, приходишь ко мне за наградой. А тебе-то что за выгода? Небольшая комиссия, достаточная, чтобы покрыть мои расходы. Одни только права на торговую марку сделают нас богаче, чем ты можешь себе представить. Это ведь только начало. Я попробую. Превосходно. Можешь приступать прямо сейчас. Как мой первый сотрудник, мой единственный сотрудник, ты можешь выбрать любую работу из списка. Не забудь вернуться ко мне, когда закончишь. Ко мне, а не к доске. Что ты выяснил? Бородатый Ольг был работорговцем и работал на Миража. Как и другие жертвы, если только Мираж не уничтожает собственных людей. За этим стоит кто-то другой. Тогда я вернулся туда, где начал. Однако мне все еще нужна твоя помощь. Ты меня заинтересовал. Чего ты хочешь? Ступай в заведение на веселе, что в Хатмандоре. Поговори с владельцем Базилем. Он мог слышать разговоры, которые за рюмашкой вели приближенные Миража, частенько выпивавшие в этом кабаке. Я заплачу тебе за любые полезные сведения. Кто такой этот Мираж? Один из самых влиятельных преступников Хатмандора. Никто никогда его не видел, но от этого... Он не стал менее опасным. Что еще ты можешь рассказать об убийстве? Ты знаешь то же, что и я. Мне не верится, что Мираж сам убил столько своих соратников. Даже не знаю, что и думать. Мало информации и еще меньше времени для того, чтобы сидеть сложа руки. Расскажи мне побольше о Базеле. Ему принадлежит большая часть увеселительных заведений в городе. Мне удалось установить, что он был замешан в некоторых темных делах. Однако я так и не смог этого доказать. Он не дурак, но всегда готов к новым авантюрам. Могу предположить, что именно он станет новой жертвой. Тогда я начинаю... Я буду на своем посту в сторожевой башне Хатмандора. Приходи ко мне, если что-то выяснишь. Хорошо. Thank you.
Здравствуй, друг. Не думал ли ты о покупке дома здесь, в Хатмандоре? Честно говоря, нет. Один мой клиент недавно приобрел прекрасный дом, выставленный на продажу из-за неверно составленного завещания. Дом с роскошными просторными комнатами. Не могу представить лучшего места для начала семейной жизни. И какова нынешняя цена? Ты, кажется, разбираешься в таких делах. Думаю, мы могли бы ускорить сделку за, скажем, 70 тысяч монет. Не пойдет. Был и другой покупатель, предлагал 60 тысяч монет. Но хочешь на чистоту? Он отъявленный мерзавец. Может быть, на 50 тысяч договоримся? Думаю, мне нужно какое-то время, чтобы подумать. Ну, конечно. А кто твой клиент? Господин Лексингтон. Мы с ним лично никогда не общались. Мне всего лишь поручили продать этот дом. Так значит, говоришь, дом просторный? Ты похож на наемника. А жизнь, полная приключений, часто сопровождается разнообразными сокровищами. Если дойдет до хранения и защиты подобных ценностей, лучшего места не найти во всем Хатмандоре. Мне пора. Желаю тебе множества незабываемых приключений. Шеф у себя. Иди наверх, потом налево, прямо и снова наверх. Мимо не пройдешь. Сейчас, красавчик, заходи попозже. Еще пригодится. Ты вообще кто такой? Это не важно. Куда важнее то, что мне известно, кто ты, Базель. Видно, что ты не местный, а потому слушай внимательно. Смельчаки в наших краях долго не живут. Я слышал, им везет больше, если они работают на правильных людей. Что ж, если ты ищешь работу таким образом, возможно, нам удастся что-нибудь придумать. Твоя цена? Ответы на вопросы. О чем? О башне клыков, о капитане и о том, кто убивает приближенных миража. Ты просишь о многом. А готов ли ты это заработать? Что нужно сделать? Передать товар. Проследи, чтобы все обошлось без происшествий. По условиям соглашения мой человек должен прийти один, но он, скажем так, не наделен твоими способностями.
Будь осторожен. Если клиент заметит тебя, он может отменить сделку. А кто клиент? Один из подручных Лоуренса Лексингтона. Человека необычайно влиятельного в Новом Ашосе. Но влияние и доверие – разные вещи. Иди вниз и поговори со стариком Ерском. Именно его ты и будешь сопровождать. Я немного занят. Ерск? Ну? Базель попросил сопроводить тебя на место встречи.
Он так сильно беспокоится? Что ж, тогда ты как раз кстати. Я хотел задать пару вопросов, прежде чем мы уйдем отсюда. Тогда спрашивай скорее. Что ты знаешь о Базеле? О шефе? Ну, вообще-то он хороший человек. Дает мне работу. Кое-что принести, кое-что отнести. Раньше я был бездомным, а теперь у меня есть крыша над головой и еда каждый день. Я не задаю вопросов. Мне и не надо ничего знать. Тебе тоже, если хочешь заработать. Можешь рассказать что-нибудь о капитане? О капитане? О лидере сопротивления. Увы, о нем я ничего не знаю. Сражаться с империей, скрываться, для меня это слишком. Большинство тех, кто об этом говорит, делают это лишь для того, чтобы соблазнить смазливую служаночку и затащить ее к себе домой. Ты готов? Следуй за мной, но держись поодаль. Нельзя, чтобы тебя заметили. Идем. Показывай дорогу. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Ладно, теперь прячься за этими бочками. Если клиент увидит тебя, лучше этого не допустить. Понимаю. Если что-то пойдет не так, тогда... Ну, знаешь же сам, зачем Базель тебя нанял. А ты... ну, не староват для такой работенки? Разве что, если придется отклониться от плана. Точно. Что тут у нас? А я уж думал, ты заблудился. Ну что, к делу? Принес? Сначала деньги. Конечно. А где остальные? Мы же остановились на 15 тысячах. Это какая-то ошибка. Пойдем со мной, тут совсем рядом. Я все улажу. А потом твои люди вонзят мне нож в спину. Сделка отменяется. Господа, будьте любезны, покажите этому человеку, что значит немилость Лоренса Лексингтона. Скучали? Не счесть алмазов в каменных пещерах.
Ладно. Понимаю. Есть. А ты... Раз... Точно. Ух ты! А я уж дождь принц, значит, конец. А где это? А потом твой. Джентльмен. Не мог. Ты ублюдок. Я предупреждал. Спасибо за помощь. Похоже, тебе она и не требовалась. Для своих лет ты ловко управляешься с мечом. Я, знаешь ли, так долго живу не потому, что ем свежие овощи. Как скажешь. Пора получать награду, но сперва камень. Какой камень? Мне поручили купить одну драгоценность. Нельзя вернуться без нее. Хорошо. Камень у тебя? Да. Хорошо. Уходим отсюда. Скоро нагрянет стража. Отнеси камень Базилю, а мне надо передохнуть. Где Ярск? Что случилось? Он дома отдыхает. Клиент пришел не один, на нас напали. Доверие и влияние. Ему теперь не нужно ни то, ни другое. А товар? Он у меня. Ох, признаюсь, я волновался. Мираж не любит проигрывать. Ты работаешь на Мираже? Как и ты. Ты явно не отличаешься сообразительностью, но доказал, что тебе можно доверять. Помнится, у нас был уговор. Ты выполнил работу, но выполнил не лучшим образом. Теперь все не скоро уляжется, так что придется тебе поработать еще раз. Если все получится, можешь рассчитывать на прибавку сверхоговоренного. Отлично. Мне нужно, чтобы ты принес одну вещь из расположенного поблизости тайника.
Думаю, с этим я справлюсь. Поговори с Ризой. Она расскажет тебе подробности. Риза? Служанка, музыкантша. Очень талантливая. Она внизу. Эй, ты! Прости, я ищу Ризу. Можешь называть меня так, как тебе больше нравится, красавчик. Думаю, ты неверно меня поняла. Думаю, это ты неправильно понял, чем я занимаюсь. Подаешь напитки? Музицируешь? Я угадал? Похоже, слава бежит впереди меня. Меня прислал Базель. Спросить это Нике. Он сказал, ты знаешь подробности. Ты всегда так прямолинеен? Только когда мне платят. Тайник находится на востоке отсюда, сразу за городом. Я отмечу его на карте. Ты ведь не хочешь заблудиться? Что-нибудь еще? Тебе этого знать не нужно. Нет, нужно... Это пароль. Скажи его охраннику. Осторожно! Алмазов в каменных пещерах. Надеюсь, оно того стоило. Джентльмен и монстры. Thank you.
Богато. Джентльмен и монстры. Ляг, отдохни. И монстры. Надеюсь, оно того стоило. Богато.